такие вот двухъярусные дороги в Сиэтле. Это прямо почти в самом центре города проходит двухъярусная дорога. Как видно, наверху они едут в город, а на нижнем ярусе они едут как бы из города. Вот. Там вот даунтаун. А здесь вот доки. Доки. Там вот порт. Там уже залив. Сюда его не видно, но он там есть. Вот мы сейчас нашли тут такую парковку, где можно выйти к заливу и посмотреть, что там. Вот залив, кран, там вот какой-то сухогруз идет. Но самое классное, что там можно увидеть горы вдалеке. Вдалеке можно увидеть горы. Это как бы залив. На другом берегу залива. Горы в снегу. Самолет. Вот это вот машины заезжают на паром, который поплывет на другой берег залива и отвезет их на ту часть города. Сиэтл как бы аж туда переходит. Они подъезжают и переплывают. Вот это мы внутри терминала на паром. Это типа пешеходный терминал, куда заходят люди пешком. Там вон касса. Что? Адрес у них. Короче, очень похоже на обыкновенный автовокзал, но это морской вокзал. Билеты стоят 8,50. Все собаки должны быть на поводке. На набережной есть такая кафешка, называется Ivor's Fish Bar. Возле этого фишбара летают огромные чайки, которые можно покормить картошкой. Can you get a nice heart?